распад союза и сплошной бедлам, возврат к самодержавию и рабству, а вышка вся овеянная славой пошла до основания на слом. Пилили уникальные насосы, все превращая в шлам металлолом. Кто виноват? С кого бы мы спросили? Погребено все достояние России. Как в мирное время можно спокойно видеть все это? Невозможно. Я этого не понимаю. В Советском Союзе вот оставлены вот такие вот памятники. Была надежда, была энтузиазм был. Просто. Сейчас вот идем, вот, здесь не доживаем. В смысле? Ну, вот такая судьба.